Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ России задержан начальник ОМВД по Кизлярскому району Гази Исаев. Следствием установлена его причастность к террористическим актам на станциях Лубянка и Парк культуры московского метрополитена в 2010 году. В результате этих терактов погибло 39 человек и более 100 получили ранения. По данным следствия, Исаев являлся участником преступного сообщества «Имарат Кавказ», запрещенной в России террористической организации. В 2009-2010 годах, используя свое служебное положение, он предоставил информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РУВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований. Кроме того, Исаев неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Дагестана. Также он лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения террористического акта. Исаеву предъявлено обвинение по статьям, предусматривающим ответственность за участие в преступном сообществе, бандитизм и террористический акт.